Слава Украине, привет всем Полонску, ребята. Давайте посмотрим, что у нас тут сегодня на Крещатике. Начали выставлять 24 августа начали выставлять битую рашистскую технику. Это у нас уже второй по очереди парад битой российской техники. Трофейный там начинается, ну сейчас еще полупустое пока что. И людей, кстати, из этого не пускают. Если вы посмотрите, то людей пока на Крещатик не пускают, пока не закончили полностью выгрузку этого всего дела. Народ ходит, снимает это все дело. Людям нравится. Каждый второй снимает. Да. Так вот, народ пока на проезжую часть не пускают. В то же время, когда, я так думаю, когда закончат полностью выгрузку всей этой техники, чтобы люди не стояли под краном, при работе погрузчиков, то всех пустят. А я вам просто покажу, что тут у нас есть сегодня. Итак, ну, тут и корреспонденты, я смотрю, иностранные. Всем нравится. Всем нравится жженая российская техника. Кстати, что это за пепелац такой? Вот это я сейчас его снимаю. Это какой-то колесный был бронеавтомобиль когда-то. Тут можно увидеть практически все, что есть на сегодняшний день на российской армии. Просто, даже точка У российская, которая по нам прилетала. Вон лежат с надписью «Путин РИП». Rest in peace. Да. Полиция стоит везде. Ну, тут несколько тигров. Несколько тигров стоит. Битых. Тут, я смотрю, сгруппировано. Отдельно тигры идут. Вон, сколько их тут. Раз, два. Тут уже и не поймешь, что это тигр, куда же ему попало. Тут и морда разбита, и задница разбита, и все разбито. Черт. Тут в морду попало явно. БТР-70 стоит дальше. Ну, короче говоря, все, на чем они к нам ехали. Но много пустого места, это говорит о том, что еще будут подвозить. Прошлый раз, когда был парад, первый парад битой российской техники, то занят был весь полностью Крещатик. Не было и 10 метров свободного места. Так что БТР-82... По-моему, командно-штабной стоит, если я так не ошибаюсь. А этого разворотило вообще капитально. В бочину попало справа. Красота. Надеюсь. Ну ладно, не буду ничего говорить, потому что правила Ютуба. Но вы сами поняли, что я подумал про экипаж. Вот. Вот такие вот пепелацы стоят. Ошметки российской техники. Они хотели по Крещатику сделать на Крещатике парад. Вы хотели парад на Крещатике, получите. Да, тут пустое место. Видите, сюда еще будут свозить. Однозначно. Так, это, я так понимаю, БУК. Ну да. Это БУК. Был когда-то. С надписью «Заскадовск». Отрымайте. Ну, тут пошли самоходки. Да, тут оно сгруппировано. ПВО отдельно, самоходки отдельно, БТР отдельно, БМП отдельно. Там в конце еще есть тайфуны, но туда не пойду. Будет танки. Танки были в голове в прошлый раз. Я тоже вижу, что танки сейчас в голове. Это новое. Это новая техника. Ну, новая. Новые образцы трофейной техники, потому что те старые, которые были, они либо пошли на реставрацию, либо пошли на переплавку. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Ну, тут МСТА-С. Их тут много. Их тут хорошо наколбасили. Гвоздики, акации. Да, помним, как они
Да, там спереди начали уже завозить танки, но днем их не возят, видите. Наверное, позже привезут. И танки стоят. Да, пока что их только парочка. В прошлый раз было штук 20, наверное. Еще нас возят. На Крещатике полно свободного места, так что думаю, что завтра, послезавтра, может быть, порадую вас уже проходом через всю эту технику, через середину этой колонны битой. В прошлый раз аж до конца Майдана они стояли. Да. Такие погрустневшие танки российские. А что ж вы хотели, приехать с войной в Украину и остаться целыми? Нет, так не бывает. Спалили все чертям собачьим, да и всех делов. Все, видите, остальное пока что свободное. Тут все будет занято техникой полностью. Тут не будет даже 10 метров свободных. Благо, чего-чего о российской технике битой в Киеве море. Оно, конечно, надо понимать, что то, что можно восстановить, то восстанавливается. И пойдет вход только уже на стороне добра. А то, что разбито в хлам или сгорело, ну вот будет ездить по всяким выставкам. Я вам скажу так, конечно, очень крайне важно 24-го, в День Незалежности, провести в Киеве парад вот этой вот бронированной российской швали, которая наивно пыталась зайти в Киев. Ну, у них получилось, но есть нюанс, да. Крайне важно. Но также важно вот эту всю технику возить по Европе, чтобы все видели, что у нас новый фашизм, это путлеризм, это новый гитлеризм, то есть это путинизм, путлеризм. Россия полностью повторяет путь фашистской Германии и прилезла со своими вот этими вот бандитскими, террористическими пепелацами на украинскую землю. Как приползла, так и уползла, точнее, уползла уже без этих пепелаций. Потому что они все, скажем так, имеют непотребный вид. Ну, в общем и целом, ребята, полный позитив. Все мы понимаем, что России в Украине ничего не светит, кроме поражения и позора. Так что всех с наступающим праздником. И да, обязательно сниму здесь видео, когда сюда свезут абсолютно все, что намереваются. Тут будет техники приблизительно в два раза больше, чем есть сейчас. И самое главное, когда нас пустят, когда уже не будет погрузочно-разгрузочных, соответственно, нас пустят на Крещатик, и мы сможем пройти и, так сказать, пощупать остатки российской техники руками. Вот она была и нету. Все, ребята, это будет Украина, обязательно. По-другому быть не может.